Да. День добрый. Здрасте. Я по поводу налогов. Хочется сдать декларацию о доходах. Господи, кто вы? И где вы работаете? Я служу на паперти в Никольской церкви. Нищим. Так, идите и не морочьте мне голову. Я честный человек. Я хочу платить налоги. Я не какой-нибудь там олигарх. Вы меня плохо поняли. Идите. У кого доходы по основному месту работы, может декларацию не сдавать. До свидания. Понял? Не кстати. Ах, черт, не могу. Профессиональная честность меня погубит. Не обучен врать. Ну что еще? Иногда по выходным под настроение подрабатываю в переходе у вокзала. Так что... Ах, как хочется вернуться. Ах, как...